Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация с девушкой, были эмоции, встречи, все прочее. Но, в общем, все было хорошо, росло, куда-то развивалось. Далее девушка начала охладевать, не понимая свои чувства и эмоции, нестабильные, то есть не могла понять, что между нами, нашими взаимоотношениями происходит. Далее ей стало плохо от общения, и плюс свои проблемы навалили, сказала, что не может поддерживать на прежнем уровне общения. Попросила паузу в общении, так как нет сил на что-то, даже на себя. Спросил, кто проявится, напишет. Сказал, что я напишу спустя 14-19 дней. Написал, пообщались, сказала, у меня есть что тебе сказать, нужно поверить. Что можно ожидать от этого разговора? Первая и самая главная проблема заключается в том, что вы мало что пишете о себе и, в общем-то, в основном пишете только о девушке. Я думаю, что психолог не может... значит, обсуждать, да, вот, ну, третьих лиц, вот, и в данном случае обсуждать вот девушку мы, пожалуй, не можем, хотя бы потому, что она, ну, не давала никакого согласия, да, на это, и как-то вот, на мой взгляд, это, ну, это просто несколько, ну, неэтично, что ли, вот, с точки зрения. С точки зрения моей личной, с точки зрения профессиональной этики, вот. Поэтому это вот, пожалуй, как-то первое, о чем бы я хотел сказать вам, вот. А следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что, а вот, в общем-то, сколько вы с девушкой-то в отношениях находитесь, не совсем мне понятно, да, то есть, ну, может случилось так, что девушка просто как-то, ну, не знаю, разочаровалась, может быть, в формате отношений, да, то есть девушка просто как-то вот, ну, как-то вот, ну, столкнулась с тем, что отношения ее как-то вот, ну, перестали удовлетворять, да, они перестали вот как-то, ну, не знаю, давать ей то, что она хочет, например, и так далее. Вот. Значит, поэтому вот я, честно говоря, здесь несколько затрудняюсь сказать о том, что можно, ну, ожидать, да, от этого разговора, как бы говорить. Вот, потому что ожидать может на самом деле сам чего угодно, да, то есть девушка может сказать там, что я хочу быть с тобой, да, девушка может сказать, что, ну, типа, давай вернем наши отношения, а может сказать, что все, как бы, ничего больше не жди, да, ничего больше не будет. Вот, поэтому в этой ситуации, когда, вот, ну, как, ситуации, когда вы на изменения, да, какие-то повлиять не можете, да, то есть, вот, ну, в ситуации, когда, когда от вас мало что зависит, вот, вам можно и нужно обращать внимание на себя, вот, на то, что чувствуете вы, и на то, что хотите вы. Вот. Я думаю, что это было бы очень хорошо и вот полезно для вас с точки зрения
вашего, во-первых, личного какого-то комфорта, да, в первую очередь. И с точки зрения, вот, знаете, какой-то, ну, динамики, да, что ли, отношений. Вот, если вы хотите, чтобы, ну, вам, например, да, и девушке, допустим, было, ну, комфортно и хорошо, вот, ну, в отношениях, вот. Поэтому я думаю, что вот, ну, как-то, знаете, приучать себя, вот, к тому, чтобы, ну, больше опираться на себя, да, приучать себя к тому, чтобы полагаться на себя в большей степени, чем вы это делаете сейчас, и в меньшей степени, там, условно, надеяться, да, на девушку, вот это было бы, на мой взгляд, тем решением, вот, которое могло бы, ну, очень здорово облегчить вам жизнь и облегчить в целом нахождение в этой ситуации, да, несколько непростой, потому что, ну, я думаю, понятно, что довольно легко было бы сейчас, да, ну, условно говоря, разрушить отношения, да, как-то вот довольно легко было бы оттолкнуть девушку, вот, и как-то вот ее от вас, что называется, отвратить. Вот, я думаю, что вряд ли вы этого хотите. Вот, я думаю, что нет. И для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы этого не произошло, вот, очень важно опираться на себя. Вот. Очень важно опираться именно на себя, на то, что вы сами хотите, на то, что для вас как-то вот, ну, ценно, да. Вот. И в общем и целом, я думаю, вот, в какой-то такой вот парадигме двигаться, и тогда, я думаю, вы сможете по максимуму из этой ситуации вынести то, что можно. Вот. Ну и девушку, наверное, нужно слушать, потому что я не думаю, что то, что у нее вот навалились какие-то личные проблемы, да, это прям что-то из ряда вон выходящее, я думаю, что это абсолютно нормально. Вот, вопрос здесь заключается, на мой взгляд, в том, насколько доверительные между вами отношения, чтобы она могла делиться с вами своими, ну, трудностями, своими проблемами. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.